Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится iPad Pro 2017 года, и сейчас я покажу вам, как сделать скриншот. Итак, для того, чтобы сделать скриншот, нам нужно зажать кнопочку «Домой» и кнопочку «Питание». Зажимаем на долю секунды и таким образом делаем скриншот. Ну и все скриншоты будут позже сохранены в галерее. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.